Всем привет, с вами Татарин97. Хочу изменить свою футболку. Она свободная, мне в ней удобно. Поэтому все хорошо. Есть другая. Нирвана. Это обзор. Это видеорецепт. Даже не обзор, это видеорецепт. На блюдо. Я не знаю, как это назвать. Это все как-то больше... Я не знаю, короче, как к чему это отнести. Но это сосиски в сушках. Ранее я уже это снимал, у меня это было на канале, этот ролик. Я удалил этот ролик, я, в принципе, много старых роликов поудалял. Я решил показать еще раз старым подписчикам и новым впервые этот видеорецепт. Поэтому всем приятного просмотра. Как-то так, все, поехали смотреть ролик. Что, берем сосиски, кстати, уже видите, 3 штуки я наделал. Просто, чтобы вспомнили руки, да, берем и вот так вот нанизываем. Сейчас вам покажу. Так, берем и сейчас, секунду. Плохо, это судьба, но вот так вам покажу. Так, берем и нанизываем. Нанизываем по 5 штучек. По 5 штучек на сосиску вот такую. Вот так вот просто. Видите, 3, 4. И 5. Так, кладем. Теперь опять берем 1. Опять берем 2. Берем 3. Берем 4, ну здесь 4, допустим, где-то по 5, где-то по 4 можно. Опять берем вот так вот. Но процесс, ну, одинаковый процесс. О, здесь вот даже сегодня где-то можно. Так, вот так вот, все. Получилось на это много, поэтому вот так вот. Теперь берем молоко. Молоко можно любое совершенно, ну так берем, что все это залилось надо. Молоко чуть-чуть было, правда, ладно, все, молоко, все ушло, так, теперь надо, вот так, все, 10. Ну, где-то 5-6 минут. А данный фрагмент не относится никак к видеорецепту. Просто хочу вам показать. Вот, кстати, вот такой вот арбуз. Желтый арбуз в пятерочке. Блин, ребят, он просто обалденно вкусный. Серьезно. Реально вкусный желтый арбуз. Мне он даже понравился, чем просто красный. Ну, прошло достаточное количество времени. Сушки уже плюс-минус мокренькие. Уже все, в принципе, у них хорошо. Теперь, не будем загрязнять это без того не совсем чистую кухню. Я это прекрасно понимаю, что кухня у меня не чистая. Но, извините, уж какая есть. Так, и попутно еще вот так берем их. Выкладываем. Берем так вот. Ну, вот так вот выложили. Посыпали сырочком. Вот еще осталось у нас чуть-чуть партия, да, еще одна, еще две. Я вам сейчас покажу, как это выкладывать, как это высыпать. Просто я, ну, что-то делаю за кадром, просто чтобы руки вспомнили, еще что-то, потому что этот рецепт последний раз готовил полгода назад, уже не помню, короче. Все, сейчас просто вспоминаю, потому что мне даже это нигде не записывает, а все идет чисто на память, на... Ну, я сейчас даже не помню, сколько стоит духовку, поэтому примерно вам скажу и примерно скажу время, что не помню, повторяю же. Так, ну что, вторая партия тоже готова. Сейчас, пока, смотрите, берем, выкладываем, берем, выкладываем. Носим мисочку на место. Молоко, я не знаю, молоко, возможно. Я молоко вообще не пью.
молоке могу только что-то такого типа сделать, а так я молоко не пью. Так, ладно, может кто-нибудь потом выпьет. Так, и мы... Так, сырочку чуть-чуть сюда. И... Ну, можно доложить, можно оставить в рот, чтобы засунуть сырок. Но мы его, пожалуй, доложим. И все. Все, все готово. Все, сейчас я поставлю духовку и вам уже все это покажу, насколько что как. Вот. На 200 градусов и на... Ну, я на 10 минут поставил, уже 2 минуты прошло. Ребят, сейчас сижу, монтирую ролик. И забыл, короче, я записать кадр, как это все получилось, как это все выглядит. Блин, обещал, но забыл. Ну, в общем, получилось вкусно, уже на самом деле все съел, на самом деле это уже следующий день, то есть готовил это вчера. Сегодня, вот на следующий день, это все монтировал, поэтому, ну, извините, забыл показать, да. Буду стараться не забывать показывать то, что получилось. Извините еще раз, те, кто ждал, как это все выглядит. Ну, сейчас если найду фото какое-нибудь, то вам его покажу. Может, в интернете найду что-нибудь, как это примерно выглядит. Так уж как-то так. Ну, на этом все. Всем до новых встреч. Не знаю я, когда выйдет следующий видос теперь. Да. Потому что я сейчас на данный момент работаю, да. Я просто не снимал видосы до выхода на работу, как выйти. Поэтому сейчас я все уже я выхожу, поэтому уже точнее работаю. Поэтому не знаю теперь, как что получится. Но как будет минутка, как будет время... Обязательно отсниму, обязательно выложу. Нет, снять-то, в принципе, время всегда найдется. Там два выходных есть, но надо отмонтировать, найти время. Там, ну, короче, да. Отснять, в принципе, всегда можно будет. Ну, в общем, ладно. Всем до новых встреч, всем пока. Не теряйте меня, скоро вернусь. Ну, а вернусь я совсем-совсем скоро, потому что вы уже либо видели стрим, либо он только будет. О том, что случилось и почему же я опять скоро вернусь.